Здрасте. И компания. Та-да! Тепловодар. Привет, привет, здрасте, здрасте. Привет. Привет, привет. Ну, наконец-то подъехал. Лёша, привет. А то я думал, уже не будет. Как это не будет? Здрасте, Евгений. О, доехала до выставки. Блестяшка ваша, да? Вот она уже и в серии. Да? Можешь купить себе лично. Нет, у меня есть хорошая печка. Вот так, друзья, будет выглядеть печка. Былина сетка 18Ч, панорама. Сетка очень такая необычная. Она тоже в виде пластинок, но таких вот объемных. Это печка с закрытой каменкой. Сама каменка закрытая, ну, такой по простой технологии. Сверху короб с заливной площадкой, я даже не знаю, как ее по-другому назвать, с профилированными отверстиями разной величины. Здесь поменьше, а здесь покрупнее. Ну, наверное, что-то это дает. Панорамная дверца выглядит почти как обычная 16-я панорама, но несколько видоизменена. Добавлены вот эти вот элементы в виде клепок и немножко изменена форма, точнее не форма, а контуры дверцы. Но в остальном это та же самая панорама. Единственное, что обычно у них идет вот эта деталь из нержавейки зеркальная, а здесь окрашенная стальная. Печка вся черная. Зато вот у этой печи очень много деталей из зеркальной нержавейки. Рамка каменки, боковые вставки конвектора, заливнушечка, каналы подачи воды, дверца новая. Это новая Сахара. Сахара 16 ЛКП 2.0. Сейчас мы почитаем, что это такое. Ну, идеальная печь для любителей высоких температур и низкой влажности. Обновленный запоминающийся дизайн. Сверхнадежная печь. Проверена 20-летней историей производства. Легкое управление микроклиматом в парной. Стремительный нагрев парной за 30 минут до 110 градусов. За 30 минут до 110 градусов. Гарантия 3 года. Нержавеющая сталь, топка, объем камней, масса камней 60 килограммов, а печка сама очень легкая, 48 килограмм. Нержавейка 2-миллиметровая. Ну, в топке, я так понимаю, новшесть, если они есть, то они не видны невооруженным взглядом. Здесь есть парообразователь, ОКП, Ф это парообразователь, подача воды вот с помощью вот этой вот заливной горловины. А вот из этих отверстий, из этих сот, и выходит горячий пар. Но вставка из нержавейки, естественно, нужна для того, чтобы конвектор не был поврежден коррозией. Задняя стенка тоже подштампована. Блестящая печь. Блестит. Очень необычный внешний вид. Сахара 16 ЛКП 2.0. Дверца. Дверца перевешиваемая лево-право. Чем-то напоминает эмблему Зива. Цену на эту печку узнаем попозже. А вот эта былина с закрытой каменкой будет стоить в розницу, по заверениям специалистов компании, около 27 тысяч рублей. Посмотрим.
под заливной крышкой. Обычная топка чугунная. Это чугунная топка цельная, как мы видим, потому что нет болтовых соединений между двумя половинками, нижней и верхней. Вот здесь хорошо видно, каким образом устроены перфорация сетки. Необычное решение.